«Отцы и дети на Дакаре». Невозможно не сказать о знаменитом японском семейном тандеме, выступающем на маленьких грузовиках «Хина». Компания «Хина Моторс» с 1967 года является подразделением «Тойоты». В грузовиках «Хина», в отличие от других, сидят не три человека, а два – пилот и штурман. Как шутят японцы, это из экономии денег и облегчения веса. За рулем одного грузовика едет Тирухита Сугавара, а за рулем другого его отец, живая легенда Дакара, Йошимаса Сугавара, которому в мае будет 78 лет. Йошимаса прочитал о знаменитом марафоне в 1980 году в журнале о мотоциклах и загорелся идеей поехать на эту гонку. Его мечта сбылась. В 1983 году он отправился на Дакар на мотоцикле. Потом выступал на внедорожнике, а потом пересел на грузовик. И вот уже более 20 лет управляет своим праворульным маленьким монстром. Кстати, Йошимаса является еще и рекордсменом по количеству финишей подряд – целых 20 раз. С 1989 по 2009 годы он преодолевал всю дистанцию гонки. Всего Йошимаса финишировал на Дакаре 29 раз. Здесь он тоже рекордсмен. К сожалению, в этом году знаменитому японцу не повезло. Он сошел в самом начале гонки. Мы надеемся, что в следующем году Сугавара-старший вновь приедет на Дакар. Так и гуди. And what's your plan for next year, for next Dakar? Ah, I'm thinking. Every year you tell it's my last Dakar, but every year I see you here. Maybe she's the one. So next year, next Dakar, I hope. Arigato. Сын Йошимасу, Теро Сугавара, президент компании Japan Racing Management. Когда ему было 11 лет, в школе ему завидовали все мальчишки, ведь Дакар показывали по телевизору. Это было главное событие в Японии. Он очень гордился своим отцом. В те времена не было ни интернета, ни лайфтайминга. Все новости и события, которые происходили с отцом, он узнавал по телевизору. Как же был счастлив Теру, когда в 1994 году папа занял второе место. Он всегда знал, что когда вырастет, тоже поедет на Дакар. На свой первый африканский марафон Теру поехал в качестве механика. Потом 5 раз был штурманом у своего отца. И только потом, в 2005 году, сел за руль второго грузовика. Штурманский опыт очень пригодился Теру. У меня в голове встроен маленький GPS, который помогает мне найти правильный путь, шутит младший Сугавара. Без мощности сегодня сильно застряли, прям закопались. Но чудом повезло, подъехал грузовик именно в это место и выдернул нас. Но мы ему зато показали, где точка берется, потому что он долго ее искал. А какой грузовик не помнишь? Какого цвета там? Какой серый грузовик-то был? Дернул нас. Да, Камири на кому-то. Хина. Хина какой? Хина. Very tough stage. Today stage was also tough. I don't know correct, but dune it's 50 and off track is 50. So anyway, very tough. And you helped the Russian guys? Buggy, yeah. What happened? Can you tell? I don't know. We found a waypoint, but we cannot find a waypoint, so he was stuck. So just help them.